Приморском крае активными темпами идет голосование до дня общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. В крае на сегодняшний день действует 1299 стационарных и 46 мобильных избирательных участков. Последний раз Конституцию принимали 27 лет назад. С тех пор страна значительно изменилась. Конституция Российской Федерации – это тот документ, который должен, безусловно, решить многое в нашей стране. Поэтому я считаю, что это наше право, наш выбор, и должен каждый гражданин прийти и проголосовать за Конституцию Российской Федерации, которая не издавалась уже на протяжении многих лет. И изменения, которые внесены сегодня в Конституцию Российской Федерации, это те изменения, которые нам дальше помогут жить в благополучной и процветающей стране, которая регулирует наше право на наш выбор. На всех избирательных участках обязательная процедура перед голосованием – выдача средств индивидуальной защиты. Само же голосование проходит бесконтактным способом. В пунктах нет большого скопления людей, а значит риски заражения инфекцией минимальны. В Приморье поделились своим мнением по важному для страны вопросу уже 40% избирателей. Регион показывает хорошую динамику на протяжении всего периода голосования. Ну это же Конституция, главный документ страны. Считаю, что каждый человек должен проголосовать, поставить свое мнение, оставить. В этот раз голосование проходит в необычном формате – целых 7 дней. При этом сделать выбор можно в удобном для голосующего месте. Большинство избирателей видят в этом только плюсы. Ну, я считаю, что удобно, потому что я-то не работаю. Но те, кто работает, у каждого свои дела, свои планы. Может, кто-то в отъезде. Это удобно, но главное, чтобы было все прозрачно. И тогда не страшно, что несколько дней. Удобно. А чем? Ну, можно заняться своими делами и потом проголосовать, когда есть свободное время. 7 дней – это, конечно, достаточно длительный промежуток времени, но он очень важен для тех, кто работает, например, посуточно. В частности, я скажу о своих сотрудниках Приморского краевого перинатального центра, где люди многие работают в смену. И за эту неделю 100% они проголосовали все, потому что удобные были часы для проведения голосования, и, конечно же, им это обеспечило полную возможность не ходить на другие участки, а проголосовать внутри стены или в здании Приморского краевого перинатального центра. Хорошую явку показывает и Спасск Дальний. Не стали исключением и спасские цементники. На Новоспасском цементном заводе разместились две участковые избирательные комиссии. В числе проголосовавших был и управляющий предприятия Виктор Иванов. Особенно первые дни интенсивно работники подходили. Я думаю, что для всех в этом есть огромная польза. Во-первых, наших работников не надо никуда вывозить, им меньше в люди выходить в условиях нынешней ситуации, коронавируса, который и у нас в городе имеет место быть. Поэтому мы постарались своих работников как бы позаботиться о их здоровье и организовать именно избирательные участки у нас на предприятии. Проголосовали на рабочих местах и сотрудники медиахолдинга «Орбита». В кинотеатре «Аврора» и здании медиахолдинга был организован временный избирательный пункт. Настроение сегодня хорошее. Проголосовала я с радостью, потому что считаю, что это важно. Кто, как не мы, молодежь, решаем наше будущее. То есть это будущее мое, моих детей, моих внуков. И именно мы сейчас должны решать, как-то поддерживать, думать о том, что будет с нами когда-то. Естественно, было очень удобно, что это организовано здесь, потому что, не отходя от работы, можно прийти, все стерильно, проголосовать, и то есть, не отвлекаясь, уйти дальше на работу. Голосование на избирательных участках в Спасске проходит активно, но без толпотворения, с соблюдением всех рекомендаций ЦИК и Роспотребнадзора. Люди реагируют положительно, потому что понимают действительно, что происходит у нас сейчас в мире, что происходит у нас в стране в связи с коронавирусом. Подготовки, скажем так, избирателя к моменту голосования все воспринимают адекватно, нет никаких отрицательных эмоций, все воспринимается естественно, положено, значит положено, и работаем спокойно дальше. Отметим, на участки приходит и молодежь, и люди старшего поколения. Вообще пенсионеры могли бы проголосовать и дома, но, очевидно, сказывается привычка. Мы в том поколении, которое ходило голосовать. Ну, думаю, что может все-таки что-то когда-то изменится. Нам немного осталось, у нас остаются дети и внуки.
Напомним, общероссийское голосование завершится 1 июля. Этот день объявлен выходным. Результаты выборов станут известны 2 июля. Дмитрий Беломестнов, Денис Фадеев, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.